За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 110 жителей области. У 71 из них имеются симптомы заболевания. Лабораторные анализы методом ПЦР взяты у 103 граждан по эпидемиологическим показаниям, у 6 с целью эпиднадзора. В целом по области проведено 241 515 исследований. Процент положительных результатов составляет 4% от общего числа. За прошедшие сутки проведено 1446 исследований методом ПЦР. На сегодняшний день инфицировано 10 324 североказахстанца, в том числе с признаками заболевания 6363 и без них 3961. Около 9000 наших земляков вылечились.